Будь моей, солнце. Вот какая мимимишная красота здесь у нас в Ломоносове. Да, будь моей, солнце. Я приехала в пенсионный фонд. Пенсии, говорят. А? Это они пенсии. Пенсия моя. Будь, да, будь моей. У нас еще 40 минут. Куда бы их потратить? Не догадались мы навигатор посмотреть. Да. Пятерочку пошли. Я думал, до Ломоносова так долго ехать. Тебе не на что, ага, нет, все, уже ничего. В общем, друзья, с большим трудом я смогла через госуслуги записаться. Пыталась по старинке дозвониться до телефонов обычных человеческих, услышать голоса. Но записалась. И оказывается, можно просто сюда приехать и ну, по очереди. Все меняется так быстро. Можно даже не записываясь, у кого нет пока что там возможности записаться. Я дорогу снимаю. Хотела под романтичную музыку. Борт. Гра. Гро. Здесь а. Какой мост интересный. А что это? Птицы разрисованы. Как-то оно это, не знаю. Сделали красиво. Сделали красиво? А я думала, они разбились об эти стекла. Засушенные птицы висят. А это красиво. Понятно. Это же надо же так. Здесь раньше, в начале 20 века, все петербургское бандитье пропивало свое честно награбленное. Вот эти вот были эти дома. Ну, они здесь до сих пор стоят. Ну, как в смысле пропивало? Наоборот? Ну, как они здесь отмечали. А ничего, что я с камерой-то? Ну, а что это? Это я на Википедии прочитал. Ясно. Какого-то здесь этого главаря петербургского брали тут со стрельбой, да, полиционеры. Такое тоже место было. Глубоким за городом. А сейчас вот посмотри, уже город, черта города. А сейчас уже скоро Питер с Москвой сольются, по-моему, в одно целое. Они так строят сейчас такими темпами. Ближе, ближе, ближе друг к другу подкрадываются. Самый центр ехать. Остался дух этого. Ближе к Эрмитажу. Красивая зона для отдыха. Да, какие-то красивые такие эти детские площадки делают. Мы едем на Юнона. Рынок. Что в 90-е ездили за пиццей компьютерным. Зачем ездили? Да за всем, за на картонке. Там, да, за всем. За куртками. А еще возле Юноны был блошиный рынок. Мне вот он нравился очень. Смотреть, что там. Да, там, я помню, монеты старые покупал. Ты же нумизмат, ты все еще собираешь? Да, не мое. Новых домов, так много красивых новых домов, и красивых, и обычных. Район Кировский. Дома как грибы строят быстро.
Ленина и еще как на Казакова называлась. У меня ассоциируется с запахом этих чебуреков. Чебуреки? Лежали, да. Что-то покупали. Угу. А сейчас мы приехали купить телефончики. Добро пожаловать на Юнону. Ну так, культурно стало, да? Я хотел, чтобы здесь 90-е остались. Не, ну, по сути, здесь ничего не изменилось. Вон там вот диски продавали. Сейчас там одежку. Вот. Она сюда, в этот магазин. Я обещала, что подарю сестре на следующий ее день рождения телефон. Как моей главной актрисе. Вот, если я смогу получить деньги за 3 месяца. И Сережа мне помог, мой сын, настроить Рапиду. И мы вывели эти деньги. Поэтому обещанное... По самому невыгодному курсу, который доллар упал. Но все-таки лучше, чем Тинькофф. Тинькофф за любой перевод сразу $200 забирал. Ну, вывели в рублях. Рапида – это киви-кошелек, как бы их платежная система. Вот, оказалось, не так сложно, вообще не сложно присоединить к российской карте Сбербанка. Вот. И у нее в декабре день рождения, но я уеду, поэтому думаю, поэтому надо сейчас купить. Фикс прайс. А не пойти ли нам фикс прайс? А? А вон они, вот. Банкомат надо денежки снять налом. Ага. Что-то покупателей мало. Только продавцы. С одеждой пусты. Диски. Сейчас, подожди, кто-то звонит. Секунду. Вещевые ряды. Ох, как же я давно тут не была. Последний раз покупали мне Samsung телефон здесь, да? Тогда. Вот тогда я здесь и была. Они почему-то наличкой берут, поэтому надо снять денежки с карты. Сколько красивых штучек. Хочу такую. Я притормозила, увидела блески, затормозила, захотела. Какой цивильный павильон-то. Дикая женщина, господи. Опять мне напишут. Деревня. Вообще пусто. Ага. Я одичала. Сейчас мне выдали новую карту. Старая размагнитилась. Я привыкла все время в эту щель совать. Сую-сую, щель не принимает. Оказывается, надо просто прикладывать сейчас. Пойдем детям покупать телефоны. Пошли. Гулять-то гулять. Сейчас, позже, сейчас начали телефоны. Начали телефоны. Продавцов много, покупателей мало. В 90-е не так было. В мое время покупателей было много.
что больше нигде ничего не было. Нигде ничего не было. Мы здесь покупали себе футболки, приезжали, шубы. Шубы обязательно здесь, если надо было шубу. Телефон тебе покупили, помнишь, Эрисон? Да. Где же ты еще могла его купить? Только здесь все. Даже там где-то Ой. Слушай, мне надо будет что-то какие-то обновки потом. А то все по секундам. Вот сумку такую Наталья покупала, кажется, этой фирмы. Мне опять мой этот телефон сообщает, смс-ку прислал, что деньги сняли. Мы с тобой. Господи, как они тут выживают без покупателей, я не понимаю. Сережа нам выбирал телефоны. Два таких и один такой. Заказ сделала на сайте. 49-39-57. Вот этот мы Наталье выбрали за 18-160. А они почему-то говорят, что 18-450. Redmi Note 10S, вот. Засекаем время. Сказали, минут через 20-25 подходите. Ремешок у меня новый. Давай, пойдем. Приходите через 25 минут, потому что телефоны на складе, их принесут. Заказ мы не делали. Предзаказ. Но почему разница? В цене, скажи. Они, наверное, просто по цвету, я не знаю, у них... По цвету, да? Да. Вчера смотрели, был, сегодня другой цвет покупает. Ага. Да. А это что? Моторы какие-то? Бензоэлектротриммеры, ножи, ножевой магазин, лампочки, мировой бренд номер один, какие канистрочки, классные, как клеечки. Это все для шашлыков. Лев. Это лев? Я не знаю. А для чего он? Да, что-то видишь, картины, наверное. Картины вот. А-а-а. Рыбу, наверное, коптить в таких ящичках. Как хорошо, туалет, вход бесплатный. Раньше за день, я помню. Да, везде. А сейчас даже на ветеранов я зашла, бесплатный вход. Ага. Купила очки. 2,75 плюс 2,75. Стоит 400 рублей.
это у меня проблема. Все время кину в кровать очки, потом села, раздавила. Вот одни свои любимые из Германии за 2 евро покупала всего лишь. Так они мне нравились. Вот села, раздавила. А возле Пятерочки на нашем рынке купила с блесками, а они чуть-чуть с розовым оттенком, и мне неудобно и некомфортно. Деньги на ветер выкинула. Ну, я купила за 700 возле Пятерки, а окна, стекла тонированные, слегонца розовенькие такие, наполовину. Чемоданчики. Это самое любимое Саши, что любит. Чемоданчики. Ой, мама дорогая. Почти как мои. Только мои за 8000, а можно было за 1700 купить. Не знаю, как они выживают. Аренда, я думаю, тут не дешевая. Покупателей нету. Ой. Ну, супер, замечательно. Цвет хороший, все хорошее. Продавец такой смешной, надутый, как мышь на крупу. Что-то разобиженный такой. Ну, не случилось. Че? Не знаю. Что? Он все время такой. А, он тут давно, да? Да, несколько лет. Прямо смотрит, ну, прям как Ленин на буржуазии на нас. Мы такие с наличкой пришли. Ну что, как положено, надо же отмечать такие покупки. Сейчас помолимся. И как все? Как вы отмечаете? Сегодня гуру Пурнима, да, помолимся. Поедем овощей на зажарим. Грибов. Запьем этим коктейлем полезным. Молочным. Да, протеиновым. Точно, протеиновым коктейлем. Так что поехали в Ленту. Я еще не была, приехала, еще не была в Ленте.